Так, всем привет, друзья. В общем, продаю тут одну вещь. Вот это блины, гриф, гантели. То есть, в общем, вот такое. Вот все железо. Покупал я его в 2015, по-моему, году. Сейчас мне оно не надо. В принципе, не хочу тратить на это время. Думаю, что лежит, надо продать его. Продаю его за 3 кеса. Покупатель уже озвонился, то есть договорились. Уезжает, скоро будет. Надеюсь, сделка пройдет успешно. Может быть, и лыжи замотать тоже за 3К. Как думаете? Ну, ладно, ну подумаем. Но железо, надеюсь, заберут. Все, друзья, замотал железо. Лыжи предлагал ему. Лыжи не взял. Но спросил вот про Якова. Дружищу продается? Нет. Я так что-то задумался. Думаю, пока нет. Но номер удалять не буду. Мало ли что. Может, и Якова тоже замотаем в хорошие руки. В общем, железо продано. Все. Покупал его где-то, ну, за 5, наверное. В 15 году. Ну, продал за 3. Ладно, что уж. Вот такие вот дела.